Ну, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутем Паут, а мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. Наконец-то у меня появилось время вам записать. Так, это что, маячок, да? Это у меня сканер, это у меня нож остался. Так, текстурки вроде бы пока тут не сильно доработаны, конечно. Если сейчас вот я залезу, например, в настройки, так вроде все высокое сидит. Ой, то есть стоит, сидит. Ладно, это у меня хранилище. В хранилище я ничего не ложил. Так, что я делал в прошлый раз? В прошлый раз, в принципе, я ничего особенного вроде не делал. А что я хотел сделать? Точно. Надо посмотреть, что у нас тут возле базы есть. А то возле базы может быть много всяких путных вещей, которые я не заметил. Вот, например, вот этот морской глайдер. Один из трех, да? Поплаваем пока, поищем, что у нас тут есть. Вон или так возьмем. А, точно, вообще сейчас надо будет переработать все, что я надобывал. А вас-то я делал? Да, и вас-то я успел сделать. Мавор вообще. Нормоз так. Че, посмотрим, что у нас снаружи. А, вот видите, прикол, чем лед. Да-да-да, лед. Наружу самое прикольное. У нас тучи и прям сильно незаметно, то, что это именно ночь. Ну, выглядит вообще так хорошо. Хороша игрушка. Так, ну ладно, давай под водой более так комфортней, так сказать, пока. Так, изучаем. Гравиловушка у нас теперь доступна, посмотри-ка. Ухрена себе. Это что у нас? Новые животные? Вот это рыбина. Мне нравится. Только тут вон, видите, в чем прикол? Тут кислорода вон, ни пороха пока нет. Поэтому надо, если что, вот тут вот поплывать и дышать. Так, какой-то сигнал мы загрузили. I'm cold, I lost all my gear, and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. On your HUD. Схрон аварийного снаряжения. А, ну окей, мы на снаряжении-то сплаваем. Ну вообще тема. А чё за рыбу-то я отсканировал? Такую вот рыбу ни разу не видел. Животный. Так, все. Большое спокойное травоядное животное, которое испускает кислород из своего тела и защищено маленькими агрессивными симбионтами, сопровождающими этих рыб. Маленькие агрессивные симбиоты. Фига себе, и вся кислород испускает, да? Прикольная вещь. Медленная, глупая и восхитительная, сложный жаберный комплекс. Привлекает симбионтов. Мигрирует более или менее случайным образом. Дарахвост Титан полностью эволюционировал за пределы основных механизмов выживания, таких как скорость, интеллект и способность к охоте. Он существует в полупостоянном состоянии невозмутимого спокойствия, плывя вперед импульсивно, полностью доверяя сложной экосистеме, которая его поддерживает. Оценка — ценный источник кислорода, если вы можете добраться до него. Походу, из этой рыбы я могу кислород получать. Растительный мир, использование. Это мы все знаем. Это нам не надо. Такие же обычные водоросли. А ты что хочешь сказать? Ты мне кислород дать можешь? А, тема. То есть эта рыба дает тоже кислород. Классненько. А, мне нравится. А где этот? Кстати, вот эти вот глыбы, они плавают еще, кажется, я хрен знаю.
У нас вот где-то там сигнал. Так, вот тут вот пока вижу, надо набрать тоже. То, что вижу, что отложенные соли тоже наберем. А в чем вы в натуре и не набрать-то? Кто мне запрещает? Так, рыба-то. Охренеть, вот это вот анимация, вы видали? Вот? Симбионт. Вот это опасная, кстати, штука. Так, надо это... Сейчас еще кислородик отдохнуть, и мы сюда приплывем обязательно. Где эта рыба? Тела нахрен с этой рыбой, сейчас так подышу. Не, ну вот это вот сейчас опасно было. Впервые вижу, что в Сабнатике была такая анимация еще, то, что рыба прям тебе вот так вот в обешник вплывает и, короче, хочет тебя сожрать. Опасно это сейчас было. Ну, хпшки она немного отняла. Так. Кислородный баллон высокой емкости. И все. И все. Ну окей, спасибо. А что у меня там дальше есть? Что там за пещера? Не, ну это симбионты, которые почему-то плывут именно на меня. О, а я сканировать же могу. Я тебя просканирую. Блин, кислород на 30 секунд. А мы все тут просканируем, не боитесь. Вон там вот еще какая-то подводная штуковина у нас есть. Так, ты кто? Ты, судя по всему, рыбу ешь, да? Мы сейчас вот сюда тоже сплаваем. Обязательно. Так, местные формы жизни, животный мир, плотоядные, пинокаргит. Умное и любопытное существо, которое охотится и добывает пищу под водой, но возвращается на поверхность, чтобы дышать. Питается мелкой рыбой, можно кормить с рук, демонстрирует потенциал для приручения. Оценка дружелюбная. Вот это вот поворот. Вот это поворот. Я тебя что, приручить могу? Ну-ка, не хочешь ли ты вот это вот симбионта хреново? Привет. Ты где? Да погоди. Братан. А тебя не этой рыбы кормить? Не, ну как хочешь. В принципе-то. А если я вот это поймаю? Так, да стой ты. А, инвентарь полон. Ух, ё. Инвентарь-то полон, а... Сейчас вот оставлю тут маячок. То, что мы тут были. В обязательном случае. А это что за штука? Технология предчёти. Получайте награды. Какие награды, не понимаю. Странно. Так, ну я маячок я оставлю. Я вот так вот это забью. К пещере. Пещера. Отлично. Просто супер, я бы даже сказал. Так, а некоторые мне сигналы уже это не нужны. Вот этот вот мне точно не нужен. Да запас жидкости-то я пополню, не боюсь. Дай мне сюда сплавать по-бурому. Хочу посмотреть, что тут.
Любопытно просто. Так, у нас тут есть вон что. Как из выступа золота... Ладно, фиг с этим. Мы это все потом просканируем, потом все посмотрим. Пока нам сюда не надо. Не надо нам пока сюда. Сейчас поступим как разумные люди. Попьем, рыб там поймаем. Ну, поплывем пока домой, на базу. Надо еще фрагменты глайдера искать. Много чего надо. Ну, ощутимо, вот освещение просто восхитительное. Восхитительная картинка, мне нравится. Ну вот, правда, небо доработать осталось. Ну и прорисовку. А, вот мои эти рыбы с кислородом. Ну вообще тема, да. Они, кстати, прям так и напоминают. О2, то есть кислород, да, рыба. О, во-во-во, вот ты как раз то, что мне нужно. Мне попить надо, стой. Да в смысле инвентарь-то полон? Ты чё? В смысле инвентарь полон? Титан, выкинь. Поймай мне рыбу. Неужели? Инвентарь полон, говорит. Чё мне не полно? Рыбу мне поймать дайте. Ха, троллинг. Вот он и троллинг, то, что ты хочешь выплыть на поверхность, а потом так вот хренак, и не можешь никуда ты выплыть, да, пингвины? Я могу у них маленького забрать, но зачем мне забирать мелкого пингвина? А, кстати, да, я ж тебя не просканировал, надо же тоже про тебя почитать. Так, пингви-крыл, похожий на птицу существо, охотится на мелкую рыбу под водой, сбивается большими стаями на льдинах, поглощает мелкую добычу и отрыгивает ее для детенышей. Втягивающий, способный открываться светящийся хвост, позволяет быстро уклоняться от хищников. Острые зубы, спрятанные внутри клюва, служат для обороны и используются... для открывания кусков от агрессоров. На поверхности сбиваются стаи для защиты от холода. Оценка. Такие милые, какие мне кажутся. Чё? А, вода, вода, вода. Да не плачь. Сейчас всё нормально будет, потерпи. Ты баба или кто? Давай. Сейчас это вода. Блять, какой соленый пузырь, ёб твою сука. Блять. Дебилизм-то, а? Ну, блять, поймайся ты. Да все, харе, не визжи, не визжи. Вода. Быстрей, блять. Да. Ебучий случай, а? Не успел, блять. Я ебал. Ну хотя бы хоть сдох. Ой, блять. Инструменты. А мы можем сделать теперь кислородный баллон побольше емкости, в принципе, а в чем бы и нет. Давай стекло наебашим. Да хуя всего наебашим. А то кварц уже много собрал. Так, инструменты. Радиомаяк не надо. Баллон, высокая емкость, стекло есть, титанат, серебряная руда.
Серебряная руда, думаю, именно в той пещерке, но нам пока не до этого. Вон масло наделаю, почему бы и нет. Так, ну отлично, чё. Чё, кстати, хотелось бы мне сделать? Вот ремонтный инструмент, только надо серу на него, на какой-то хер. Блять. Окей, будет маячок на всякий. Пожарный, так сказать. А, вот, кстати, вот давай вот поймаем, попробуем пескуна. Пескун! Пескун! Пескуна поймали, это хорошо. А теперь мне нужна вот эта вот рыбина. Она же приручается, по идее, как мне написали. Ну-ка. Тебя с рук-то? Ничего. Мне как тебя кормить? Оу. Какая тема. Я начал понимать. Всю соль-то. Давай ко мне. Где? Иди ко мне. Да съешь ты пузыря. А почему мне нельзя, как в арке, например, я что-то не понимаю. Там хотя бы написано, сколько до приручения осталось, а так я не вижу нифига. Рыба. А, просто декорация. Ну-ка, ты где? Ешь. А тут случайно не надо? Как мне тебя приручить-то? Давай рыбу глаз съешь еще. Рыбу глаз же съешь. Может быть, еще разработчиками недоработано, я не знаю. Ну, короче, пока она ни в какую приручаться не хочет у меня. Так, а мне там что надо-то было? Кислородик. Ой, тьфу, какой нафиг кислородик. Серебряная руда надо. Еще мне надо титан. Который сейчас я тут добуду. Обломков от корабля тут никаких нет, заметьте. То есть это говорит о том, что халявных 4 титана я тут сейчас пока вряд ли надобуду, только вот так вот руками. Вон, медная руда, титан, вот такими вот способами. О, какая встреча. Неплохо, уже нашел вторую часть. Между прочим, совсем так неплохо. Прям совсем неплохо. Ну чё, пацаны, вы где? Вы тут плаваете? Так, на улице у нас вот снег, дождь, все дела. О, а вот и еще кусок, отлично. Вообще супер. Что-то вот этот сейчас странный, конечно, эффект в воде был такой. Вау. А. Рыба. Дай-ка кислородика. А еще. Вот жмотина, а. Строительный инструмент мне пока ни в какую не хотят давать. Заметьте.
Не хотят мне его давать. Вот просто взяли такие, типа, иди-ка ты нафиг, нафига тебе пока строить базу, ты так поплавай. Я подумал и решил, ну почему бы и нет, давайте я сейчас так поплаваю. Медная руда. 30 секунд. Да ё-моё, давай вот быстренько. Титан, какой нафиг титан? Вот сейчас вот я быстро набираю кислорода, значит. Прям предельно быстро я это делаю. Набираю кислород, и мы... Сейчас попробуем найти серебряную руду в этой пещерке. Ну, текстуры, да, видно, то, что недоработаны немножко еще, но... Играть, в принципе, можно. Так, тема. Тема получается. Давай-ка еще по-быстрому. Кислороду по 3 штуки сейчас отнимает. Музыка старая заиграла. Выступ серебря. А, тут прям так и пишут. Какой-то выступ, че он. Прикольно. Так, ладно. Вау. О, кислород, Какая-то хрень ним проплыла. Вот кислород, это хорошо. Просто супер. Дышать можно, а ты чё за штука? New creature discovered. Волочок какой-то. Давайте всех просканируем. А наружу-ка... Да стой ты, сканируйся. О, всё. Сейчас думаю, времени на то, чтобы я выпал, хватит. Опа. Что нашел? Давай, давай, наружу, наружу плыви, наружу плыви. Так, ну и что это у нас за рыба? Волочок. Странная рыба со... звездообразными плавниками, вращая которые, она придает себе движение, способна развивать очень высокую скорость по прямой, поворачивает медленно по широкой дуге. Как и другая мелкая травоядная рыба, питается различными семенами и травами у морского дна. Оценка съедобна. Окей. Так, ну сейчас сделаем баллон, в принципе. И можно на этом заканчивать, наверное. А, по времени-то сколько? Ну да, в принципе-то чё, чтоб серия тебе не слишком большая была. Чтоб смотрел-то недолго. А вот тут вот у нас эти пингвины вон тоже плавают. Да? Пингвин. Вообще тема. Рыба вон с кислородом. Короче, кислород тут можно получать до хрена где. Опа. Посканируем. Так, ну чё? Глайдер могу собрать, все в принципе тоже есть. Но мне пока надо вот снаряжение вот такое вот сделать. Давай-ка это снимай. У нас сейчас кислороду больше будет. Высокой емкости. Вот и все. Отлично. 135. Так, и морской глайдер. Батарейка, смазка, медный провод. Медный провод сделаем. Батарейка, ленточник. Прям под нами был. Я это помню прекрасно. Только я вот, кажется, уже собрал.
где же он этот ленточник? Сейчас поплаваем, поищем, найдем. Ой, господи. Чё-то первый раз мне его повезло найти, так быстренько я его нашел вообще. А сейчас пока он... Проблема. Может быть он тут, о, у нас тут целые... Острова. Ну, вообще красота. Так, ну чё? Это чё? Срубать могу? Ни хрена я не могу. Так, да в натуре, где ленточник-то? Долго мне его искать? А, вот, конец. Раз, два. Три не могу взять, да? Просто раз, два. Все. С этим у нас все. Сейчас доплывем благополучно, сделаем нам игрушку, и все будет супер. Так, персональные снаряжения. А нет, вот. Да-да-да, только сейчас батарейк надо сделать. В первой сабнатике были нужны грибы, а тут ленточник. Так, ну, в принципе, готово. Осталось только вот переставить на нужные места всю мою тему. И все, вот смотрим. А, то есть ты его разглядывать не хочешь, да? Так, ну, ладно, дорогие друзья. С вами был Тотемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Ну что ж, с вами... Короче, всем удачи и всем пока.